Подружки у вас нет? Подружки не моя сфера, простите, Джон. Понятно. А дружок есть? Это теперь нормально. Сам знаю. Вам следует знать, что я повенчан с работой. Мне приятен ваш интерес, но я не ищу никаких... Стоп, я вовсе не желаю. Нет, я просто сказал, это нормально. Хорошо. Спасибо. Не готова к отношениям, ей спокойно быть одной. Но ты видел ее с бывшим парень, глаза открой. Ты во френд-зоне, просто ее поклонник. Второстепенной роли, мальчик ее работник. Ты как мило, теперь ясно, зачем он тебе нужен. Люди привязываются к своим домашним питомцам. Мальчик ее работник, парень забей. Тут нету смысла ничего, ведь она не та, с кем была искра. Пора валить, пора забыть, что она есть. Ей плевать, пора любить того, кто есть, но смотрит в зеркало. Наверху другая спальня есть, если вам разные спальни нужны. Разумеется, что за шутки? Может, он провожает тебя домой? Почему бы вам просто не пожениться, ребят? Вы ревнуете? Мы не пара. Нет, пара. Угощаю тебя и твоего дружка. Что будете? Я не его дружок. Я принесу свечи, чтобы было романтичнее. Да у нас не свидание. Вы бы поели. Может, ждать придется долго. Ты во френд-зоне, просто ее поклонник. Второстепенной роли, мальчик ее работник. Подай мне телефон. Где он? В пиджаке. Осторожно. Куда ты идешь? Гулять! На воздух! Да, подводишь ты его, Шерлок. Джон Ватсон в опасности, это точно. Вы идиот. Ужин? Пора бы.